Вести Ульяновск на телеканале «Россия». Доброе утро. Смотрите в нашем выпуске. Чтобы фасад радовал и система отопления не подвела, капитальный ремонт жилого фонда, работы развернулись на 30 адресах в Ульяновске. Проверки дважды в сутки. За безопасность общественного транспорта борются полицейские и волонтеры. Вирус не обнаружен. Санитарный контроль на автовокзале. Станут как новые. В Ульяновске приводят в порядок жилые дома, меняют трубы, проводят косметические ремонты в подъездах, обновляют фасады и кровли домов. Всего 28 видов работ. В списке 30 адресов. Как преображается жилой сектор, увидел Максим Бажанов. Монтаж новых батарей – финальный этап ремонта четвертого дома Новорейкиса. Здесь уже третий месяц обновляют систему отопления. До этого момента местные жители каждую зиму буквально замерзали. Приходилось дополнительно топить квартиры обогревателями и тепловыми пушками. Теперь все изменится. Произведена полностью замена системы теплоснабжения, то есть заменены все трубы, произведена окраска, окрунтовка данных трубопровода, произведена изоляция, чтобы избегались теплопотери и тепло поступал напрямую в квартиры собственников, а не топило улицу и подвальную часть. На отопительный процесс работа не влияет. Все это время тепло бесперебойно поступает в квартиры. Стоит отметить, капремонт проводят не только Новорейкиса. Дома латают в каждом районе города. Всего по плану привести в порядок 34 объекта. На капитальный ремонт жилищного фонда на территории города Ульяновска по исполнению решений судебных инстанций выделено бюджетное ассигнование в размере 105 миллионов рублей. Основные виды работ это ремонт кровли, ремонт фасадов, инженерных сетей, также систем центрального отопления. На 19 объектах работы уже выполнены. В 15 домах продолжается реставрация. Дом на Ефремова 125 теперь как ориентир качественного ремонта. Местные жители 7 лет страдали от худой крыши. Во время дождей вода протекала до первого этажа. Были даже случаи короткого замыкания. После ремонта хоть рекой лей. В квартирах сухо. На кровле было заменено само покрытие. Были такие элементы кровли, ендовые и ливневые канализации, они были заменены полностью. Никто не жаловался, все очень довольны работой подрядчика. Доделать капитальный ремонт по всем адресам обещают до 1 декабря. В следующем году работа продолжится на новых объектах. Максим Бажанов, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. Минтранс, ГИБДД и волонтеры продолжают следить за безопасностью на дорогах. Речь о масочных рейдах в общественном транспорте. Только за неделю проверили 1000 машин. Их проводят каждый день по 2 раза в сутки, в часы пик, утром и после обеда. Точки для проверки каждый день разные. 4 в городе и 2 в области, где пассажиропоток наиболее крупный. Цель мероприятия профилактическая. Не наказать рублем, а еще раз напомнить об опасности распространения коронавирусной инфекции. Объясняем. Выписываем протоколы, кто не согласен. Вот наша цель, чтобы люди были здоровы, чтобы не заражали других в общественном транспорте, потому что в часы пик автобусы ходят полные, это утром и вечером. Ну, вот эти мероприятия, на мой взгляд, они полезны и свою цель достигают. Это доказывают и цифры. Ежедневно составляется не более 3 протоколов нарушений масочного режима. Напомню, проезд в общественном транспорте без маски запрещен. Нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей на пассажира и до 300 тысяч на перевозчика. Если забыли или потеряли маску, средства индивидуальной защиты можно бесплатно взять у водителя. Междугородные и внутриобластные автобусные маршруты действуют в соответствии с расписанием. Изменилось ли количество желающих ехать в гости или по делам? Как соблюдаются требования Роспотребнадзора? Наша съемочная группа искала ответы на Ульяновском автовокзале. Нерабочие дни, но транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, хотя пассажиропоток на Ульяновском автовокзале сократился. Люди передвигаются по области только по необходимости. Я еду с ребенком сидеть, потому что садики закрыты. Папе 75 лет, юбилей. Кстати, он покойный, день рождения, поэтому мы едем на кладбище сейчас. В Тагай. На входе в автовокзал санитарный контроль. Измеряют температуру и следят за соблюдением масочного режима. Время.
Торговые павильоны с промышленными товарами закрыты. По периметру зала ожидания работают рециркуляторы воздуха. Персонал следит за чистотой поверхностей, с которыми соприкасаются пассажиры. Начальник автовокзала не без гордости демонстрирует результаты исследований, которые регулярно проводит Роспотребнадзор. С начала ковидной истории в документах всегда значится «вирус не обнаружен». Таким образом, ни возле касс, ни на креслах инфекции нет. За 2 года не было ни одного замечания от Роспотребнадзора, что у нас какие-то неприятности нашли на вокзале. Мне их каждую неделю приносят, берут пробы и приносят результат. А вот на железнодорожном вокзале отмечают увеличение количества пассажиров. В Ульяновск массово возвращаются вахтовики. Работы на объектах временно приостановили. Дмитрий Емельянов, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. В Ульяновске возобновил свою работу региональный волонтерский центр «Единой России». Специалисты консультируют по телефону, а добровольцы развозят продукты и лекарства больным и помогают врачам быстрее добраться до пациентов. О караване добра Ирина Шмыгова. 19. Ранним утром сразу несколько грузовых машин доставили воду в региональный волонтерский центр «Единой России». Его работу возобновили, когда стало ясно, регион вновь накрыла волна коронавируса. Наша работа – это некий сигнал для всех, кто может, делайте так же. То есть пример, мы надеемся, положительный, всегда заразителен. И те 5 тонн воды или 5 тысяч литров воды, которые сегодня получат медики, это только первая капля в той большой работе, которую, я надеюсь, будут делать все, кто может себе это позволить. Доставка питьевой воды – это безвозмездная помощь ульяновским врачам. Сегодня караван добра отправился в городские поликлиники. С начала пандемии нагрузка на врачей увеличилась в несколько раз. Между тем, число желающих помочь медикам ежедневно растет. Неравнодушные ульяновцы доставляют врачей до пациентов, отвозят лекарства и продукты больным. Акция «Спасибо врачам» – это своего рода поддержка медиков в непростое пандемийное время. Вот только во вторую ульяновскую поликлинику сегодня доставили 500 литров воды. Спасибо. 1500 пациентов второй поликлиники медсанчасти имени Егорова сегодня больны ковидом. Их здоровье на контроле медицинских работников. Сейчас очень сложное время. Сейчас много пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией. И большая нагрузка на медицинское звено. Поэтому любая помощь и в виде вот воды, которую нам сегодня привезли, очень ценна для нас. Доставлять питьевую воду в ульяновские больницы будут еженедельно. Обратиться за помощью в региональный волонтерский центр можно, позвонив на горячую линию. Ирина Шмыгова и Александр Расохин. Вести. Ульяновск. Вести Ульяновск на телеканале «Россия». Мы продолжаем. Регион получил почти 97 миллионов рублей на концентраторы кислорода. Средства выделило правительство страны. Еще 76 миллионов рублей из федеральной казны направили на закупку медикаментов для ульяновцев с коронавирусом, который лечится в амбулаторных условиях. О борьбе с инфекцией актуальное интервью моего коллеги Игоря Кранцева с главой регионального Минздрава. Сегодня гость рубрики «Актуальное интервью» – министр здравоохранения нашего региона Александр Гашков. Александр Васильевич, здравствуйте. Ну и первый вопрос, как здоровье? Вопрос вообще сложный. По Ульяновской области ситуация под контролем. Нагрузка есть, нагрузка большая, могу больше сказать, огромная. Но чего-то критического не происходит. Держимся. Я думаю, мы справимся. Но опять же нужно понимать, что мы справимся только очень общими силами. А одним медицинским сообществом, одними докторами точно победим. Именно поэтому считаю нужным, ну, во-первых, все-таки объединиться и выполнять очень простые правила. Правила-то на самом деле там банальные. Самоизоляция в случае контакта пациента с COVID-19, самоизоляция в случае температуры, соблюдение масочного режима. Собственно говоря, текущая ситуация с коронавирусной инфекцией в регионе. Вот те ограничения, те каникулы, как угодно можно называть эту неделю, дает ли это какой-то эффект? Для чего объявлены выходные дни? Выходные дни направлены в первую очередь на разрыв так называемых инфекционных цепочек. Это именно та история, из-за которой растет заболевание. То есть пациенты, наши пациенты, в том числе и бессимптомные формы, с легкими формами, контактируют со здоровыми пациентами, со здоровыми жителями, которые в результате становятся пациентами.
Если говорить про общую заболеваемость, про общую клинику, то у нас порядка 20% пациентов переносят в бессимптомной форме. Порядка 50% по некоторым неделям 70% пациентов. Это легкая степень и, соответственно, тяжелая степень. У нас порядка 3% пациентов, они, которые оказываются и на уровне госпиталей, и, собственно, и в том числе в реанимации. Если каждый из нас примет правильное решение, я думаю, что мы справимся. Самое главное, я считаю, что нужно понять, что вот эта ситуация, она возникла не просто так. Она возникла, собственно, благодаря действиям каждого из жителей Ульяновска. Кто-то вовремя не привился, кто-то вовремя не одел маску, кто-то с ковидом вышел на улицу. И, кстати, вот то, что происходит сейчас, это результат действий. Соответственно, точно так же, чтобы ситуацию стабилизировать, чтобы выйти из этой ситуации не очень приятно. Точно так же нужно определиться, но предпринимать правильные шаги. В период пандемии, ну и, собственно говоря, сейчас, когда зафиксирован всплеск заболевания, на медиков первичного звена выпала огромная нагрузка. А, собственно, как они с этим всем справляются? Мы, собственно, и так работаем 24/7, будем продолжать. В общем, если говорить о нагрузке на специалистов, нагрузка выросла кратно. По некоторым учреждениям там, до 8 раз, до 10. Это в том числе от самого начала пути пациента. Это, собственно, нагрузка на наших регистраторов, это телефонные звонки, это запись на прием. Далее, соответственно, это наши врачи, это наш средний медперсонал. Если в определенный момент по нормативу это был 24, прием до 24 человек в сутки, то в настоящее время каждый специалист обслуживает по 60, а в некоторых больницах даже по 70 человек. Если в определенный момент рабочий день у докторов был до 3, до 4, до 5 часов, то в настоящее время рабочий день может заканчиваться в 9 часов вечера, в 10, потому что за работой на участке у наших моих коллег. Дальше, соответственно, работа по вызовам на дому. Касательно наших девчонок, медсестричек, среднего медицинского персонала, ситуация тоже достаточно серьезная. Потому что объем, на самом деле, вырос. У нас есть несколько историй. Первая история – это ковид. Это обследование пациентов, это выезд на дом, это доставка препаратов. Вторая история, соответственно, плановые вещи, плановая помощь тоже никуда не девается. Я понимаю, сложно. Я понимаю, трудно. В определенные моменты хочется все бросить и уйти. Но если мы с вами бросим, если мы с вами уйдем, лучше от этого точно не станет. Не станет лучше ни нашим пациентам, ни нашим родственникам, ни нам с вами. Достаточно ли в регионе лекарств? Каковы темпы вакцинации? И поможет ли вакцинация остановить рост заболеваемости? Объемы вакцинации выросли примерно в 4 раза с начала месяца. В начале месяца мы прививали в среднем 912 человек. В настоящее время мы прививаем порядка 4000 человек. При этом сбоев нет, точки работают, вакцина имеется в наличии в достаточном количестве. В настоящее время на территории области есть 78 тысяч доз. Трех вакцин, это спутник, это основная часть спутник, порядка 60 тысяч, порядка 19 тысяч доз, это спутник Лайт, и, соответственно, есть небольшие количества КВИВАК и ПИВАК. Касательно спутника Лайт, да, в настоящее время серьезно изменены показания для применения вакцин. В настоящее время спутник Лайт, это вакцина, это повторная вакцина. Все. То есть только повторная? Да, именно так. Еще один вопрос. Наши зрители к нам обращаются с ним достаточно часто в последнее время. Речь о лекарствах, которые получают больные коронавирусом, в частности, те, кто лечится дома. Перечень этих самых лекарств отличается, люди обращают на это внимание. И даже два человека примерно одного возраста, примерно одной комплекции, примерно одного образа жизни могут абсолютно получать диаметрально разные лечения. У кого-то основная проблема – это сердечно-сосудистые заболевания. Соответственно, это одна терапия. У другого пациента есть хронические заболевания легких, соответственно, терапия другая совсем. У каких-то из наших пациентов это болезнь системы крови, либо сахарный диабет. Это третья терапия. Спасибо, Александр Васильевич, за ответы на наши весьма непростые, но актуальные вопросы. И напомню, героем рубрики «Актуальное интервью» сегодня был министр здравоохранения Ульяновской области Александр Гашков.
Количество обращений в Ульяновский центр телемедицины выросло в 4 раза. Задача учреждения – консультативная помощь амбулаторным больным и постоянный мониторинг состояния их здоровья. В период пандемии практически вся деятельность этого центра направлена на оказание помощи больным коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома. На период действия локдауна, так называемого, или каникул с 30 по 7 число, у нас увеличено количество операторов на 16 рабочих мест в первую смену и во вторую. То есть всего у нас увеличено на 32 рабочих места. А было сколько до этого? Было до этого 28. Сейчас мы достигли цифры 60. 60 операторов прозванивают пациентов, которые находятся на домашнем амбулаторном лечении в течение всего дня. Основная часть персонала – молодежь, студенты старших курсов медицинских вузов. Они консультируют, а порой просто оказывают психологическую поддержку тем, кто проходит лечение на дому. В штате есть и опытные врачи, отдавшие профессии не один десяток лет. Обычно опытным медикам достаются самые непростые случаи. Отмечаем списки, и у нас ежедневно мы повторно перезваниваем. Повторные списки у нас есть. И даже если мы, допустим, не вышли на работу, у нас есть коллеги, тоже студенты, мы передаем списки им, и они уже за нас звонят. Печально, когда разговор идет немножечко на повышенных тонах, когда нас не понимают и хотят все свои проблемы перевести на медработников. Бывают пациенты, которым больше никак нельзя объяснить, только когда объективность их может это заставить. Центр телемедицины появился в Ульяновске в конце прошлого пандемийного года. В базе данных не только пациенты из областной столицы, но также из других населенных пунктов. Детей, работающих родителей в дежурной группе. По решению региональных властей в нерабочие дни детские сады в Ульяновской области не закрываются. И в отличие от периода начала пандемии, количество детей в дежурных группах не ограничивают, а малышей из разных коллективов не объединяют в один. Почему изменился подход к организации работы, расскажет Гульнара Шарипова. Из 17 групп, работающих в детском саду в обычное время, сейчас открыты лишь 10 дежурных. В канун локдауна в образовательном учреждении провели опрос среди родителей. Это позволило понять, какие группы продолжат свою работу, а в каких воспитатели смогут остаться дома. В каждой группе от 3 до 5 детей. Но если даже в группе один ребенок, воспитатель выходит заниматься с этим ребенком, чтобы родителям было удобно и спокойно на работе. Для удобства детей, а главное их безопасности, объединять несколько групп в одну не стали. По мнению руководства детского сада, это исключит возможность заражения малышей из разных коллективов инфекционными заболеваниями. Да и переживаний от переезда, пусть и в соседнюю комнату, не будет. Не меняется ни помещение, ни педагогический состав, ни его кроватка, что очень важно для малышей. Дети не понимают, что для их родителей рабочие дни в начале ноября не самые обычные. Это отмечают многие мамы и папы, приводящие своих малышей в 17-й детский сад. Новый подход в формировании дежурных групп значительно облегчил им жизнь. Справка с места работы не нужна. Мы посещаем этот садик уже на протяжении 3 лет. Нам очень нравится воспитатели, персонал весь, который обслуживает. И очень рада, что именно в эти дни мы можем привести ребенка в сад. Поскольку все работаем, оставить ребенка не с кем. И очень рады, что можем воспользоваться такой возможностью посетить в эти дни наш любимый детский сад. Не отказываться от посещения детских садов смогут воспитанники еще 216 дошкольных учреждений региона. В 20 районах Ульяновской области открыто 876 дежурных групп. Свою работу они продолжат до 4 ноября. Гульнара Шарипова, Михаил Державин, Вести, Ульяновск. Повышение уровня заработка населения при помощи государственной меры поддержки – социальный контракт. Именно на это и направлен приоритетный региональный проект «Зажиточная семья», одним из направлений которого является поиск работы. Служба занятости населения Ульяновской области принимает активное участие в реализации проекта. Об этом смотрите далее в нашем сюжете. За круглым столом под названием «Социальный контракт. Инструмент помощи семьям в сложной жизненной ситуации», организованным кадровым центром Ульяновской области, состоявшимся в конце октября в администрации Вишкаймского района, обсуждались вопросы заключения социального контракта на поиск работы. В мероприятии принимали участие представители социальной защиты, работодатели, граждане, заинтересованные в трудоустройстве. Для оформления соцконтракта нужно обратиться в органы социальной защиты населения по месту прописки. Первую выплату гражданин получает в момент, когда
всегда встает в центрах занятости на учет в поисках ищущего работу. И остальные три выплаты в размере 11 417 рублей человек получает после того, как официально трудоустроился. То есть, конечно, это существенная мера социальной поддержки для нашего населения. Светлана Птичкина, работник кафе. За содействием в поиске подходящей работы она обратилась в филиал кадрового центра в Вишкаимском районе, где ей предложили заключить социальный контракт на поиск работы. Как результат – успешное трудоустройство. Работа чем хороша? То, что помогаем людям в любой момент. Когда у них и горе, когда у них и радость. То, что деньги выплачивают – это большой плюс. Вот сейчас, если можно так сказать, налог помогли мне выплатить. Благодаря социальному контракту можно найти работу и повысить доход. Право на заключение социального контракта на поиск работы имеют малоимущие граждане, ищущие работу. Основным условием для этого является отнесение к категории малоимущих семей. То есть основная цель проекта – это вывод семьи из трудной жизненной ситуации для того, чтобы семья могла сама себя обеспечивать финансово и активно трудоустраиваться. Также тем самым помогая экономике региона стабильно развиваться. Для получения консультации по заключению социального контракта на поиск работы граждане могут обратиться в филиалы кадрового центра Ульяновской области по месту жительства. Елена Тимонина, Ирина Силкина, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Труд двух поколений. Детский музейный центр приглашает на вторую выставку из цикла «Семейное хобби», на которой представлены работы семьи Алиуловых. Арина – выпускница детской школы искусств номер 13, участница и лауреат многочисленных творческих конкурсов. Я люблю писать в акварели, наверное, в основном натюрморты разные, пейзажи, но могу писать также людей. Но я люблю экспериментировать с материалами, например, акварель, графика, гуашь, акрил. Свои новые работы Арина представляет вместе со своей мамой Любовью Алиуловой, также выпускницей детской школы искусств номер 13, и даже обучались они у одного и того же преподавателя. Поддерживаем друг друга, она меня очень хорошо поддерживает, иногда я говорю: «Ариша, ну как ты, как эксперт, скажи, что тут не так в моей работе?» Она начинает мне показывать на бумаге: «Мам, посмотри, здесь тени такие, здесь немножечко по-другому надо дорисовать». Живопись у них очень яркая, такая, как сказать, сочная, жизнеутверждающая, и сами работы, они очень теплые. Акварель, масло, акрил, гуашь – гостей выставки удивит и жанровое многообразие. Увидеть палитру семейного творчества можно до 11 января 2022 года по адресу улицы Льва Толстого, 49. Это все вести к этому часу. Далее прогноз погоды. А я желаю вам хорошего дня. Главное. Сегодня в Ульяновской области ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет расти. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем по области плюс 5-10, в Ульяновске 5-7 градусов.